Че, гулять, малыш? Иди. Надуло облаков. Лёленька, доброе утро. Лёленька, доброе утро. Иди, иди ко мне, маленький. Тан-тан-тан-тан. Доброе утро, моё сладкое. Доброе утро, мой маленький. Доброе утро, мой хороший. Холодно? 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 Вот так вот. Вот так. У нас утро. У нас утро. У нас прохладное утро. Да? Да, мальчик? Пойдем в гамак? Пойдем в гамак? Пойдем в гамак с моей птицей. Я еще не проснулась. Я еще не умылась. Вернее, проснулась, но проснулась сегодня еще темно было. Мне столько снов снилось, что я лежала и их вспоминала. Вот. У меня прекрасное утро. Такое утро потревожить невозможно. Он там даже еще облака не встали. И гамачок. Хорошего дня. Люлик не хочет со мной сидеть, а малыш хочет. Вот. Доброе утро, солнышко. Кто тут у меня? Кому там проходит? Ты мой сладенький. Иди обратно, иди. Иди там тепленько, маленько. Пойдешь летать? Мой сладкий. На телефонку сел. Иди там тепленько, иди. Ты мой хороший. Ты мой маленький. У кого такой хохолок? Иди. Прячься. Иди. Нет, на пальчике. Тебе нравится так сидеть? Тебе нравится так сидеть? А гулять пойдёт, птичник? Смотри, солнышко встаёт. Ты моя птичка, ты мой штаник. Поцелую. Хохолок поцелую. Вот такой у меня маленький птенец. Уже не маленький, но еще птенец. Вернее, уже не птенец, но еще маленький. Да, мой маленький. Гулять пойдешь? Ой, ты какать вышел. Ну хоть вышел. Ты малыш. Там смотри, твои какашки вон летают. Ко мне пойдешь? Вот так вот. Малыш вместе. Пойдешь гулять? Гулять пойдешь? Полетишь к своим друзьям? Ты мой маленький малыш? Думаешь? Вот такой у меня маленький малыш. Мы с малышом забрались в гамак.
Да? Где мама? Ты мой маленький. Под одеялком. Под одеялком на рассвете в гамаке. С птичкой маленькой моей. Бульбури. Или бульбури. Ты мой бульбуришкин, бульбуришкин, бульбурун. Малыш, погладить. По чуханю малышу нравится. Глазик закрыл свой. У меня такой вон там задний план, где небо, горы и облака кайфовые. Вот, и что я не могу остановить, прям мне хочется взять телефон и смотреть вперед, где рассвет, и назад, где у меня облака. Еще птичку, чтобы вот так вот голову туда не заворачивать. Вот так его раз, и можно поглядеть. Так что полезная штука. Писать видосы. Прям шпит, глаз закрыл и шпит. Нравится маленькому. Соскучился малыш. Лёлик так не сидит. Лёлику все не нравится. Очень редко. Совсем чутка. И то он показывает, что ему не особо нравится. Что ему нравится, не особо показывает. Вот так вот. Лёлик, какашон. А ты у меня красавчик. Красавчик? Не холодно? Иди под кофточку. Давай накрой. Тепленько. Где мой птенец? Где мой маленький птенец? Где мой маленький птенец? Тепленько, чистю. Тепленько. Мне опять снился какой-то другой мир. Ладно, пусть малыш спит, а я буду любоваться на рассвет. Не успела снять, но малыш вон тепленько стал и полетел. Сейчас я вам покажу, где он. К друзьям полетел.
это наш притек. Утро-утро. Клай пришла детвора. У нее тут какая-то еда. Да, Лай говорит, что выходной сегодня, суббота, поэтому не боринг, поэтому же все дети пришли. А у меня остался кусочек рыбки, я его, пожалуй, доем. Хлебушек вчера ребятам отдала, себе кусочек оставила. Ой, а потом будет кофеек. Или не будет. Кила попросила тоже хлебушка с маслом. Кушает хлебушек с маслом. Фаранговский ребенок. Мой ребенок, да? Холодно ему, хлеб кушает. Как на меню, няй-няй. Лай. У нас будет большой. Камеру протерла, теперь красивенько. А что, туда има в самом? Там уже кто-то есть. Ну, смотрите, смотрите. Вон там уже начали рис рубить. Ну, говорят, только не рубить, а как это? Собирать. Только с семьей пока. А папа где-то там. А завтра придут, да, все? А завтра придет толпа собирать. А у меня завтрак. Лай говорит, что брат, папа детей уже, говорит, подговаривает детей, говорит, в обед идите к тете Лай, она вам это и мороженка принесите, и себе, и всем. Вкусненькое. Лай готовит мороженое, местным нравится. А сегодня Лай будет готовить мне кофе. Вместо всяких там лайфов, шмлайфов, у нас будут дети и кофе, которые приготовит мне Лай. Она готовит вкусный кофе, у нее так все четенько, она там все что-то там делает, как-то по правилам. Так что умница. А я буду вкусный кофе пить. И дособирала вот сериальчик, пару видюхов. С тем днем, когда ребята к нам в ресторан приезжали, Анечка с Антоном, вот, мы там кушали и разговоры разговаривали. Я оставила все наши личные разговоры, но убрала то, что интервью, ну, то есть то, что они будут выкладывать. Поэтому вот она вам вся подноготная, можно сказать. Так что смотрите в сериальчике. Видимо, уже посмотрели, потому что эта серия выйдет еще через неделю. А у меня кофеек. До чего дошел прогресс? Мы 3 года назад купили специальную газонокосилку для рису брату, а он все 3 года не пробовал даже, а в этот вот год он все-таки, как это сказать, созрел и косит рисом. Я просто давно говорила, я говорю, вы платите там минимум 10 человек, 15 человек, это всегда, ну, сотни баксов улетают на просто, чтобы люди пришли и собрали рис, а потом еще на то, на это, на пятое, на десятое. Тут взял тр-тр-тр и нормуль. И платить не надо. Ну, посмотрим, что как. Может, правда, скоро прогресс дойдет. А мы в этом немножечко поможем. А Лай мне пока делает кофеечек. Уже запахло кофе.
Нету крема. Мышь, ты новую купила, нет, эту штуку? Лай уже купил. Нет. Ты стоишь, you chop yourself short to pipe. And you're not big. Let me be. А, говорят, только я добавила, а ты, говорит, иди сама покупай. Вот такую штучку только на 3, да? Тоже, тут на 3 шота. Вот, только новенькую, может быть, будет больше пенки. Мы все пытаемся добиться, чтобы здесь пенка была, а у нас что-то нету пенки. А это надо мешать. Нету ложки? Вот, детвора помогает в онлайн. Ну да. Да, I'm usually сам doing. I'm how big? Hack minbo. Hack a minbo. Hack bo. Hack leba. Hack la. Лай говорит, что нам пришло уже 3-4 посылки в Unseed. Вот, и я думаю, что мы скоро пойдем это все забирать. Да? Сейчас попьем кофеечку и поедем в Unseed. Детей с собой возьмем? Пай нам канба. Пай Unseed. Абу пай. Акила Бапай. Окей, босы хай кила. Канову. Ахай минсы. Акила Бапай. Анусид Бакай. Амин хома анусид меня. Минсы, already my friend booking from she for hair. Да? Лай же наделала бантиков красивеньких таких. И детеныш, вот Мин, которая отправила уже в группу своих одноклассниц, вот, будет продавать, даже будет. Почем? 10 000 кип. Сипха фасон ан? За 2 штучки 15 000 кип. Это где-то, наверное, 50 рублей, 60 рублей. Дешево, ну, чисто ребенку, чтобы денежка была, пусть откладывает, там, я не знаю, пироженки кушает. Ну, вот как-то не просто денег, чтобы давать, а чтобы вроде и сама что-то там... Да, чтобы сама... Конечно. Она говорит, как мне родители говорили, хочешь денег, иди вон сама овощи собирай, продавай, будут тебе деньги. А Лай вон делает бантики или еще что-нибудь, дает ребенку, она продает, и у нее тоже есть денежки. Говорит, был год, когда мне сама я сажала овощи. И каждый вечер потом ходила и поливала их. Денег дали? Ну, потом мама посел талатинки с мамой. Да, говорит, потом мама пошла на рынок, продала и дала денег. Папа ей помогал. Кайф, кайф. Вот так вот и деревенский этот живот. Финиш. Никитос написал, что натянул веревки на будущий ресторан. Сейчас я пойду возьму дрон. И пойдем летать, смотреть, что там как. Лай мне делает кофеечек с пенкой. Прям с пенкой, кайф. А я вот тут дрон организовываю. Ой, спасибо. Горяченький. Слушай, вкусно, Лай? Вкусно. Ну все, готов к труду и обороне. Детворе интересно.
что, полетели? Interesting. Вот, полетели мы к Никитосу. Делает мотча холодный. А у меня тут небо красивое. Вот такая красота. Все пофоткала, возвращаюсь.
มันสิบ่นี้กันดูค้างกีฬาเนาะอย่าให้ตัดท่อก่อนอย่าให้ทึกท่อได้ค่อยๆมันคือบ่คาดเด้อกี่ดาวท่อเอาก่อนแม่เอาท่อไปใหญ่ท่อก่อนแม่ท่อมันจังบ่ตัดท่อเตะเลยเอามือแม่โอ้ยสิทึกท่อแล้ว Мы решили съездить. А ты с той стороны закрыла дверь, да? Да. Лай закрывает дверь. Взяли с собой кошадликов маленьких, котят. Малюсеньких наших. Я вот возьму панамку. Очки мои, судя по всему, в машине. Я уже тут полетала на дроне. И мы... Вон там вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Отправляемся на улицу. Сейчас я вам покажу всех, а потом буду все рассказывать. Там Лай все снимает. Вот, мы решили съездить в Анусит, потому что пришло много коробок там всяких посылок. Ой, солнышко, солнышко, мне надо срочно очки. И забрать все. И детки с нами поехали, и мы такие, а возьмем с собой котиков, еще и с котиками погуляем, а то Лай давно хотела их свозить на речку. И покажем вам и речку, и котиков на речке. Но пока у нас вот тут вот... У детворы забава. Забава. Лай, держи Липтона. Лай. Вот
him to pay and him just pay first. All okay, just you need to take. Да, Лифтен? Ну, I'm just gonna buy him, hand me. Меня как-то спросили, а что меня вообще триггерит, что меня бесит. Вот, и я вот теперь с тех пор как бы постоянно где-то на подсознательном отлавливаю теперь себя на мысли о том, а что же меня вообще бесит. И вот я уже как рассказывала о нескольких моментах, и сейчас мы проезжали, там, короче, прям посреди дороги лаосец сыт. Ну, то есть в Лаосе это нормально, то есть есть туалет, они когда там тусуются, они, короче, ходят ссать не в туалет, а за туалет. И вообще мужики, короче, не могут попасть вообще, у них это вообще не принято в дырку. Ну, то есть они прям, они специально строят туалеты так, чтобы там все можно было нормально помыть прям сразу. Потому что лаосские мужики, они, короче, ужасны в этом плане. То есть, ну, настолько ужасны, что они ссут везде, постоянно. То есть, вот он вот просто, он остановил машину, и прямо из машины, даже вот этот вот звездюк мелкий, он не удосуживается даже за дверь дома выходить, он прям ссыт. Я, короче, ругаюсь, меня бесит. Вот вы спрашивали, что меня бесит? Меня бесят вот эти вот ссущие мужики направо и налево. То есть, ну, отойди ты за угол, ну, я не знаю, в туалет зайди там. Ну, как-то, ну, что, у тебя отвалится твоя писька, что ли, если ты как-то ее скроешь? Они просто про... Что там? Лая говорит, это еще... Хорошо, говорит, он отвернулся, говорит, а то... А то, говорит, мы в школу, когда ездили, они прям поворачиваются на дорогу и ссут. То есть у них какой-то вот, это, кстати, и тайцы, и лаосцы, у них какой-то вот хня какая-то в голове, то, что они вот такие ссыкуны. То есть, ну, как шоу, вот то, что у них есть там что-то, они пытаются показать, у них у всех письки вот такие вот, вот прям вот такие вот. Ну, что-то-то хен. Вот, ну, реально, то есть у них там писюны вот такие, что они там пытаются показать, непонятно вообще. Но сам факт, что у них есть, это прям, я помню, когда Кило подсмотрел у нашего Петьки там все хозяйство, а потом ходил и троллил папу, и всех говорит, папа, а почему у тебя такой маленький, а у Пети такой большой? Вот, так что смех и грех. Но вот да, меня реально, мне не нравится, когда вот эти ссыкуны просто по всей дороге, везде, где бы только не можно и нельзя, они свои вот эти вот письки выставляют и ссут. Для них это нормально, а для меня это прям совсем не прикольно. Вот, мы приехали в Анусит, сейчас заберем посылочки и дальше поедем с котиками на речку. Мы уже как домой сюда. Че, много? Это у нас какая-то большая коробка на 10 с чем-то килограммов, а еще у нас вот такие штучки, которые для окон двухметровые, чтобы кухню делать. О, у них такой же мотобайк, как Dream. Димон пытается себе починить, но хотя у них нет, у нас лучше, у нас настоящая, а у них реплика. Там лайв в телефоне, это она общается с нашим сотрудником, который поехал для того, чтобы узнать цены и номер телефона. Тут же нету интернета нормального, там сайтов и все что-то. Они продают и продают, и в интернете их нету. То есть надо приехать туда, спросить номер телефона. И не факт, что они тебе вообще потом ответят по нему, но как бы отправили пацана, а он пипец. Ну то есть умный, нормальный пацан, мужик, можно сказать.
Но ты ему говоришь, чувак, вот тебе локация, приди, сделай фотографии, вот тебе список названий деревяшек, узнай, сколько они стоят. Он такой, я, говорит, съездил, там магазина нету, они ничего не знают, я приехал обратно, все, короче. Либо ему там кидаешь что-нибудь, вот это купи, это купи, это и это купи. Он такой приезжает, ой, говорит, а я что-то не нашел и ушел, короче, ну, вообще просто трэш. Но Лай с ними общается, потому что у меня, как правило, даже терпение, ну, я себя жалею, потому что они совсем тупенькие. И, видимо, нужен какой-то особый подход, но... Ну, есть как и есть, короче, нам нормально, вон она сама с ними трёт. Они металлик. Они мепина. Там сенпэт. Виснак. Хеня ими. А без инсайта? Да. Что, дай бы список. Саперна. Что, финиш? Речка. Тут понастроили заборов, раньше не было. Тут есть одна мадама, тут прям... Целая Санта-Барбара, а что, у меня микрофон не работает? Не знаю, почему у меня не работает микрофон, не коннектится. Ай. Мы пытаемся с Липтоном пролезть по не очень удобным штуковинам. Так вот, тут есть одна дама, мадам, которая скупала земли, скупает до сих пор и использует это в личных целях. Ну, вернее, не это, а всякие другие ништяки, там, берет денег, типа, на благоустройство деревни, а сама их спускает себе на какие-нибудь нужды, вот. И местные их не очень любят, ее. Ну, вернее, как, кому денег она дает, те ее любят. А вот за такие вещи, которые она делает, вот здесь заводи с рыб, для рыб и так далее, не любят. Да. Лика. Ты найдешь клики, не? Липтон, пей Липтон. Котики, которые не боятся воды. Кто там? Рыба? А, крабика нашли. Показывай крабика. Нашел крабика.
Пойдем? Пойдем? И ты пойдем? И ты пойдем, мой маленький. Мокренько? Че, Липтон, пойдем? Пойдем купаться, пойдем?
Вот так вот у нас такие у нас маленькие зубики. Сидок мяу. На. Что, пойдем? Стоп, конь. Фото. Фото, конь, фото, домой? Что, домой? Домой, домой. Домой. Накупались мои маленькие, накупались, нагулялись, мокренькие такие жопки. Лип, тебе понравилось? Лика? Все, домой. Домой купаться. Лика, Лика. Пик-пик. Лика, пик-пик. Лика, пойдем на пик-пик. Ха-ха-ха.